Здравствуйте, глубоко уважаемые, а самое главное, любимые. Уже состоявшиеся врачи, академики, профессора, ординаторы, аспиранты, медсестры и все те люди, которые имеют отношение к медицинскому работнику. Я желаю вам здоровья, потому что когда мы говорим про комплаентность, самое главное, чтобы эта комплаентность была у нас, у врачей, чтобы мы вовремя себя диагностировали, чтобы мы умели правильно лечиться и чтобы потом мы все наше сердце, все наше здоровье и все наше понимание и профессионализм отдавали вам, пациенты. Хочу поздравить своих коллег с Днем медика, пожелать им, чтобы следили они не только за здоровьем своих пациентов, но и за своим здоровьем, пожелать домашнего тепла и уюта, чтобы было куда прийти после тяжелого трудового дня и просто человеческого счастья. Дорогие врачи, низкий поклон вашим родителям, что есть такие люди на земле в лице вас. Спасибо вам с неба до земли. Желаю вам здоровья, желаю вам огромного вдохновения, желаю вам влюбленности в эту жизнь, которая нам всем необходима. Низкий вам поклон за то, что вы делаете, и желаю вам оставаться верным вашей профессии и счастливыми от того, что вы выбрали именно эту профессию. Очень хочется, чтобы мы с вами стали не только коллегами по институту, по учреждению, где мы работаем, но и оставались коллегами в дальнейшем. И все мы, как одна большая дружная семья, будем отмечать этот праздник – День медицинского работника. Хочу поздравить вас с Днем медицинского работника, всех своих коллег, друзей, учителей, поздравить с этим праздником. Хочу пожелать вам успехов в нашей нелегкой работе, здоровья и всего самого доброго. Я благодарна врачам, онкологам и кардиологам, которые мне дали шанс снова все забыть и начать все сначала. Уважаемые коллеги, я сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника. Желаю вам, чтобы работа, которой вы занимаетесь, приносила вам радость и удовольствие. Чтобы вы шли на работу с улыбкой, с желанием помочь людям и побороться с какими-то серьезными проблемами, которые вам встретятся на пути. Я желаю вам счастья, здоровья, чтобы всегда в ваших сердцах жила любовь к профессии, чтобы вы преодолевали все трудности с легкостью, чтобы не было преград на вашем жизненном пути. Успехов вам во всем! Безусловно, хочу поздравить всех своих коллег, всех врачей, медицинских сестер, нянечек. Это светлый праздник нашей огромной команды. У нас очень большой коллектив врачей в стране. Наверное, самый большой, я считаю, в мире и самый лучший. Хочу поздравить всех коллег с этим замечательным нашим профессиональным праздником. Пожелать в первую очередь здоровья, процветания семьям и, конечно, активной, плодотворной трудовой деятельности. Сердечно поздравляю с нашим праздником профессиональным. Желаю всем нашим пациентам выздоровления. Нам, в первую очередь, здоровья, чтобы не тратили его на переживания, не тратили на ненужные нам хлопоты. И, в первую очередь, берегли наши семьи и радовали наших пациентов. Своим молодым коллегам я хочу пожелать наслаждаться нашей профессией, общением с пациентами и той благодарностью, которая от них следует, когда вы относитесь к ним с душой. От всей души хочу поздравить работников медицины с их профессиональным праздником. Желаю им здоровья, успехов, терпения в лечении больных. Хочу вас поздравить с профессиональным праздником и сказать, что вашу роль, ее нельзя недооценивать. Вы играете огромную роль в профилактике, то есть вы помогаете людям оставаться здоровыми и выздоравливать. Уважаемые медицинские работники, я хочу вас искренне поздравить с праздником медика, пожелать вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком труде. Будьте счастливы, пусть удача сопутствует вам во всем и везде. Спасибо вам за ваш труд.